Так, всем добрый день. Представляю вашему вниманию твердотельный диск, необходим для модернизации старого, ну, относительно старого ноутбука Toshiba A661EN. Вот, чтобы увеличить скорость запуска системы, ну и программ, то есть будет ставиться на место существующего, то есть размером 640 обычного жесткого диска, то есть на вот этот вот, здесь емкость 240 гигабайт, то есть стоять будет только система, ну еще будет оптимизироваться, убираться дисковод, и на его место поставится новый диск. Ну и смотрим, как выглядит тест старого, скорость. Так, ну давайте протестируем текущий диск. Это у нас диск C и E. То есть здесь у нас на C находится система, ну а на E, то есть информация. Так, ну запускаем. Ну и вот мы получили результаты тестирования нашего исходного диска, который находился непосредственно в ноутбуке. Как видим, результат налицо. Так, ну и как видим, то есть необходимость замены настала, чтобы улучшить состояние, ну и работу ноутбука. Так, поставляется вот такой вот упаковки. То есть, ну, тут максимальную скорость написали 530, но зависит от того, от множества факторов. То есть в конце будет тест уже на месте установленного ноутбука. Так, поставляется вот такой упаковки. На обратном есть характеристики данного жесткого диска, есть на русском языке, стандартная упаковка для производителя сам диска. Вот, ну и давайте вскроем, посмотрим. То есть, ну и интерфейс подключения сериала та. Открываем.
находится диск в упаковке. Гарантийные обязательства, краткая характеристика. На разных языках. Раз на коробке написано по-русски, значит русский язык присутствует. То есть для ознакомления. Так, ну и внутри упаковки находится сам диск. То есть интерфейс подключения сериала, то есть питание. То есть форм-фактор 2.5, скрепление, так, ну это уберем, как только установим ноутбук. Так, вот такой вот диск. Сейчас установим ноутбук. Ну и смотрим производительность по отношению к пришедшему, стоявшему жесткому диску. Ну и давайте посмотрим на стандартное программное обеспечение сам диска для твердотельных дисководов. Ну и в настоящее время, то есть основные технические характеристики. Так, ну ввиду того, что подключение сериала это второй версии, а сам диск, то есть его интерфейс подключения предполагает сериал это третьей версии. То есть в настоящее время, то есть работает полсилы. То есть данный диск размером 240 гигабайт. Так, давайте протестируем. То есть вновь установленный диск твердотельный. Какие у него характеристики по записи чтения. Так, ну и сразу хочу сказать, ввиду того, что в компьютере поддерживается сериал ATA второй версии, а сам диск рассчитан на третью, поэтому скорость, скорее всего, будет в два раза меньше. Потому что сериал ATA не может пропустить больше 300 мегабайт в секунду. Так, ну и тестируем.
Итак, вот у нас получились результаты. Еще раз повторяю, что ширина пропускания, на которую установлена сериал, это второй версии. Реально же жесткий диск ставится на сериал LTA третьей версии. Поэтому скорости получились в два раза меньше. То есть, если будет сериал LTA третий, то и значение увеличится как минимум в два раза. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно. До новых распаковок. Удачных покупок. Ну и до свидания.